Москве «Единая Россия» собирает подписи для обращения к правительству, на всякий случай мы вспомним, что правительство возглавляет председатель «Единой России», с требованием добиться еще отдельных льгот по капремонту. Вместо того, чтобы вообще аннулировать эти поборы, вот они обращаются, собирают у граждан подписи. То есть, иными словами, они обращаются сами к себе. Они что, людей за идиотов считают? Что люди вообще не понимают, что это самый настоящий фарс? Что это имитация деятельности? Потому что можно делать, а можно делать вид. Вот правительство у нас сегодня совершенно однозначно делает вид,